Не знаю, услышит ли это кто-нибудь. Все кончено. Я осталась одна. Буду передавать, пока смогу. Если расчеты верны, сигнал можно принять по всей долине. Это событие оставило следы. Мы их пока не понимаем, но нужно продолжать работу. Пытаться разобраться. С их помощью можно найти то, что вы ищете. Все ответы здесь. Свет содержит ответы. Вы слушаете обращение комитета по чрезвычайным ситуациям. Теле- и радиовещание передано комитету в соответствии с законом 1982 года о чрезвычайных ситуациях. Не выключайте теле- и радиоприемники. Оставайтесь дома. Избегайте.
меня есть работа, я пытаюсь ее делать. Внутри будете только вы вдвоем. И если питание на главных воротах отключится, из обсерватории будет не выйти, да и не войти. Для того там стоят резервные генераторы. Господи, да зачем мы вообще это обсуждаем? Не приходите ко мне жаловаться, если застрянете. Если застрянем, то как мы сможем к тебе прийти? Давай мы будем думать о всяких умных штуках, а ты будешь листья подметать и менять лампочки. Договорились? Теперь вали. Придурок. Это было лишнее. Не надо срываться на других из-за того, что ты злишься на меня. Кейт, давай это обсудим. Нет, Стивен, с меня хватит. Я хочу отсюда выбраться, и сегодня отличный шанс это сделать. Ты готовь оптику, а я пошла в шестую башню. Кейт, я люблю тебя. Ты ведь это помнишь? Да, я помню. Давай, пора начинать. Ну, насколько я могу судить, к карантину они относятся серьезно. Так что если миссис Боттон ушла в ту сторону до того, как дорогу перекрыли, то мы ее не найдем, пока все это не закончится. Вообще, это весьма странно. Это же я там. Зачем так грубо себя вести? Я не понимаю. Раз они так озабочены, что дороги перекрыли, то аргументов у них найдется немало. Ясно одно, пока никто из нас никуда не уедет. У него ружье было. Солдат с ружьем в Шропшире. Весь мир с ума сошел. Я, наверное, в парламент про это напишу. Я это письмо лично доставлю, как только оцепление снимут. Пойдем, Барбара. Нельзя же весь день за пенсионерами по долине бегать. Кто вместо нас больных будет принимать? Да и мне надо выпить парацетамол. Треклятая мигрень. Оптический массив. Оно использует обсерваторию как проводник, чтобы добраться до нас. Оно распространяется за пределы долины. Кейт, нельзя этого допустить. Оно набирает силу. Я перезвоню Клайву и заставлю его отдать приказ о бомбардировке. Не думаю, что у нас есть другой выбор. Надеюсь, алло, это вы слышите? Нам нужна помощь. Господи, кто это? Положите трубку! Не пользоваться телефоном! Оно в телефоне! Оно в телефоне. Нужно отключить оптический массив. Оно использует обсерваторию как проводник, чтобы добраться до нас. Оно распространяется...
тебе так строг. У всех нас были неудачи. У тебя не было. Ой, брось. Проверим наблюдение, уточним данные, подадим заново. Главная идея – это здравая, только пара ошибок в вычислениях. Не заступайся за меня. Я не заступаюсь. Я думаю, что вы блистательный ученый, доктор Эпплтон. Слушай. Я ведь здесь. Мы с тобой вместе. Парад планет будет завтра, так? Ты увидел свой шанс. Провел расчеты. Даже если они ничего не поняли. Я тобой горжусь. И это должно меня утешить? Стиви. Постарайся увидеть и светлую сторону. Ты же здесь герой, вернувшийся блудный сын. Удивительно, что тебе еще памятник не поставили. Ты смеешься? А я готов поспорить, что приходской совет сейчас над этим думает. Добро пожаловать домой, доктор Эпплтон. Туше. Потрясающе! Как в школе, когда я впервые увидела Марс. Так же волнительно. У меня даже руки дрожат. Меня здесь тоже считают чужаком. И это должно меня утешить? Я понимаю, что это сложно, просто говорю. Сотрудники обсерватории всегда держались особняком. Местные не слишком-то понимают, чем вы там занимаетесь. Хотите меня в церковь заманить? Нет, речь не про веру, а про общество.
Будьте вовлечены в него, будьте частью его. Доброе утро, святой отец. Погода отличная. О, здравствуйте, миссис Эпплтон. Доктор Коллинз. Женщина-ученый. Что нас еще ждет? Доброе утро, Барбара. Отец Уилья. Вы на самом деле думаете, что общество пример для меня? Я вполне могу потерпеть. Случилось? С дороги. Где Кейт? А ты как думаешь, где она? Что происходит? К черту, Кейт. Это все она виновата. Что у тебя с лицом? Стивен! Стивен! Делаешь? Я видел, я все видел. Не подходи, не подходи ко мне. Это частная собственность, ты людей пугаешь. Это по всей деревне, повсюду пролезла, так быстро. О чем ты вообще? Оно идет по проводам. Господи боже, ты выжил из ума. Где Кейт? Что ты с ней сделал? Что, тебе непонятно? Оно прорвало карантин, оно адаптируется. Отдай мне краску, отдай Эпплтон. Нет, отвали. Сэм, хватит. Отдай краску, это придурок, мое! Отдай сейчас. Остановитесь оба, как дети прямо. Везде уже начинается. Стивен, вернись! О, черт!
А что со станцией? Тоже закрыли. Теперь из долины никак не выбраться. Видать, здорово боятся гриппа. Фил думает, что это вовсе не грипп. Говорит, он 30 лет врачом работал и всякое повидал. Так вот это на грипп ничуть не похоже. По радио ничего толкового не говорят. Прошу прощения за опоздание. Вы уже начали? Да. Если честно, то обсуждать-то нечего. Объявлен карантин, дороги перекрыты, все дела. Никто ничего не знает, люди пропадают. Не только пара каких-то трусишек, а гораздо больше. Никто со вчерашнего дня не видел Салливанов. Дом не запертым стоит. Я только с фермы. Ночью у Фрэнка все коровы пали. Он раздавлен. Бедняга. Мало у него было бед в этом году. Сначала Мэри, теперь это. Ну, если никто нас спасать не собирается, придется спасаться самим. Барбара, вместе с Филиппом пересчитай, что у нас есть из лекарств. Джереми, скажи всем собраться у клуба. Лучше, если мы пока будем держаться вместе. Я посмотрю, что у нас с продуктами. Кормить-то многих надо. На складе много чего, но... Начнем с деревенских запасов. Надо еще составить расписание дежурств. Чарли, поможешь мне? Конечно, Мэг. Я схожу в долину и поговорю с теми, кто живет на отшибе. Навещу Лиззи Грейвс в лагере. Кто-нибудь видел Стивена Эпплтона с женой? Что у них там?
Я не мог это остановить. Ничего не мог сделать. Стой, перестань, уходите. Успокойся. Это у меня в голове. Говард, подожди. Святой отец, вы целы? Ноге больно. Господи, боже мой, кажется, я сломал ногу. Говард, приведи кого-нибудь на помощь. Никого не осталось. Никто нам не поможет. Пожалуйста, Говард, сходи за кем-нибудь. Свет. Они в свете. Я всех вижу в свете. Мэг? Мэг, ты здесь? Да, я в гостиной. Слишком много пустых домов сегодня. Деревня практически опустела. Голова страшно болит. Ты телефоны проверял? Нет, я думал, связь не работает. Какие-то странные помехи идут. Кажется, я слышала что-то вроде чисел. Голос похож на ту американку. Кейт? Она еще жива? Ее никто не видел. А Чарли вернулся? Нет, пока нет. Мне жаль. Ничего, святой отец. Ступай дальше. Я пока тут останусь, отдохну. Спи спокойно. Я 3 часа наблюдала за структурой, записывала, накопила больше 3 мегабайт двоичных данных. Пока структура не повторяется, но определенная симметрия в ней есть, несмотря на изъяны.
Даже до забора не хватает, вот же недотёпа. Ну, с хлебами и рыбами мы разберемся, но обустройство сада... Нужно поговорить. Конечно, миссис Бэйлс. Мэг, вы позволите? Увидимся у Чарли. Пока, Венди. Я говорила с Барбарой. Она сказала, что с Морфием для Мэри что-то было не так. Господи боже. Медкарту посторонним нельзя показывать. Барбаре не надо было с тобой об этом говорить. Если доктор Уэйт об этом узнает, ему придется отстранить ее от работы. Может быть, ты сможешь с ними поговорить? Тебя они послушают. Пока не понимаю, при чем тут я вообще? Местные тебя уважают. Я думаю о том, что случилось. Мистер Коулс, миссис Боттон и другие. Людям нужно где-то встретиться, поговорить, почувствовать себя в безопасности. Может, потому что в твоей церкви они себя в безопасности не чувствуют? Мне не нужно твое снисхождение, Венди. Ни твое, ни других. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судят другого, осудят.
Это было не случайное физическое явление. Я не понимаю пока полностью, но это точно не случайность. Все часы, то, что случилось в шестой башне, это все намеренно. Это попытка передать нам послание. Так, ты только посмотри. Не может быть. Чарли! Джереми думает, что кто-то грабил пустые дома. Говорит, очень много всего унесли. Что такое? Кажется, кто-то собирал свои собственные припасы. Ублюдок! На складе хватит еды для всей деревни на несколько месяцев. Надо взять грузовик. И что, все забрать? Почему бы и нет? Это Эпплтон. Щекнутый Стивен Эпплтон. Я его убью нахрен! Сэм, да все хорошо. Нам лучше поспешить, пока погода не испортилась. Ты идешь? На обратном пути заскочим в лагерь и заберем Рэйчел. Видел тебя с главной улицы. Теперь люди редко выходят. Я искал доктора Уэйта. Послушай, Фрэнк, я не знаю, что случилось, но Стивен считает, что это он виноват. Это точно. Он сказал, что Кейт еще в обсерватории, но ворота ведь заперты. Фрэнк, нас должны скоро спасти. Пришлют самолеты или что-нибудь еще. Пришлют самолеты. Это его структура, мы же в самом центре. Если власти захотят это остановить, нас тут всех и перебьют.
Доктор Уэйт, вас ждут пациенты, очередь уже в милю длиной. Отправь их в клуб вместе со всеми, Барбара, будь любезна. Они напуганы, доктор. Мне позвонила миссис Гейблс и сказала, что ее муж пропал. Ей страшно. Говорит, что у него кровь шла из ушей и носа. И что я могу сделать, черт побери? Пока не снимут карантин, никуда мы не денемся. Пусть пьют побольше, одеваются потеплее и делают, что велят по радио. Доктор, ну, пожалуйста, пациенты на тебя надеются. Зрительные и слуховые нарушения учащаются. Слева незначительные судороги. Все пока укладывается в предварительный диагноз. Повышенное внутричерепное давление из-за стремительного роста опухоли в гипоталамусе. Мыслительные функции пока не пострадали, не считая ужасной мигрени. Кровотечения также участились. Выходят темные сгустки. Я умираю. Это точно не грипп. С таким я не сталкивался. Да и опухоль не может расти так быстро. В сгустках заметны включения. Не могу их описать лучше, чем жидкий свет. Понятия не имею, что это за феномен. Тебе надо принять решение, Лиззи, сейчас. Но я люблю его, святой отец. Обоих люблю. Он женат. Затронуты и другие люди. А разве есть у кого-то право вещать мне с позиции морали? Как по-вашему? Я понимаю тебя насчет Стивена и Роберта, но думаю, Кейт иначе на это смотрит. Правда? Она, конечно, ни с кем другим не трахается, прошу прощения за мой французский, но сутки напролет сидит в обсерватории, они со Стивеном почти не видятся. Что же это за жена?